Пицца из лаваша готовится очень просто, быстро, а получается вкусно. Для приготовления пиццы из лаваша нам необходимо лаваш, шампиньоны, курица, луковица, свежая зелень, твердый сыр, кетчуп, сметана или майонез. Пиццу можно делать как круглую, так и квадратную. Подготовим соус. Смешиваем до однородного состояния сметану и кетчуп. Твердый сыр натираем на крупную терку. Основа нашей пиццы будет состоять из двух листов. Первый лист кладем на пергаментную бумагу или на противень, смазанный подсолнечным маслом, и посыпаем твердым сыром. Кладем сверху следующий лист лаваша и хорошенько смазываем его соусом. Основа для пиццы готова. Займемся начинкой. Куриную грудку я порезала на мелкие кусочки и обжариваю в небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки. Сюда же добавляю шампиньоны, которые порезала мелким кубиком. И обжариваем, пока не выпарится вся жидкость из грибов. Это займет от 5 до 10 минут. Начинка готова. Вместе выкладываем начинку на основу пиццы. Щедро посыпаем сыром и отправляем в духовку максимум на 15 минут. По такому же рецепту можно готовить и в микроволновке. Согласитесь, все продукты уже готовы. Осталось только их хорошенько разогреть и чтобы расплавился сыр. Очень румяная, хрустящая корочка мне очень понравилась. Вот такая она в разрезе, как видим, очень тоненькая. Но тем не менее сытная. Также приготовила с грибами и колбасой. Такую же пиццу, только уже решила сделать квадратную. Мне больше по вкусу понравилось с курицей и грибами. Друзья, какие начинки вы бы положили в такую пиццу? Напишите мне в комментариях. А также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита!